Правильным и своевременным решением считают студенты и преподаватели предстоящее повышение зарплаты и стипендии, о котором говорил президент Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании в правительстве. 10% надбавку к основному окладу получат учителя, врачи, представители культуры, спорта и социальной защиты. Рынок есть рынок, и цены, они могут быть удержаны на месяц, на два, на три, но их силами правительства постоянно держать это невозможно. Это против закономерности развития рынка. Мы знаем своего президента. Мы прошли не первые трудности этих лет. И во всех этапах трудностей и так далее, президент, доверяя своему народу, всегда принимал правильные решения и выводил из этой ситуации. Сегодня мы узнали, что президент Республики Казахстан дал поручение правительству Республики Казахстан об увеличении стипендий студентам с 1 апреля 2014 года. На мой взгляд, это было бы хорошей финансовой помощью для многих студентов. И, на мой взгляд, это было бы хорошим стимулом для дальнейшей хорошей учебы и получать финансовую поддержку от имени государства.